Всем привет! Сегодня готовлю обалденный пирог со свежими персиками. Он такой простой, нарядный и ароматный. Можно испечь его с любыми фруктами и ягодами. Пока сезон персиков, нельзя не приготовить и не насладиться кусочком вкуснейшего пирога из персиков. Итак, давайте приступим. Заранее включите духовку для предварительного разогрева до 180 градусов, так как процесс готовки займет мало времени. В миску добавьте размягченное сливочное масло, растительное масло, сахар и взбейте венчиком или миксером. Добавляем яйца по одному. Далее влейте в миску кефир, ванильный сахар, разрыхлитель и снова перемешайте венчиком. Часто можно услышать совет, что разрыхлитель обязательно нужно смешать с мукой. Поверьте, здесь это не имеет никакого значения. Не забывайте каждый раз перед выпечкой просеивать муку. Так вы ее насытите кислородом, это важно. Просейте муку через сито, постоянно перемешивая смесь венчиком. Перемешайте массу до получения однородной консистенции, тщательно взбейте смесь венчиком. Берем форму для выпекания, застеленную пергаментом. У меня диаметр формы 24. По краям смажьте сливочным или растительным маслом. Выкладываем на дно персиковые дольки. Поверх заливаем тесто. Следующий слой доликов выкладываем поверх теста, чтобы они заняли всю площадь пирога. По идее, для приготовления такого пирога фрукты вы можете использовать любые. Например, яблоки, абрикосы, сливы, вишни, клубнику, что найдете в холодильнике. Выпекаете пирог первые 15 минут при 180 градусах, затем температуру духовки уменьшаете до 160. Пирог выпекаете где-то 50 минут до золотистого цвета. Готовность пирога определяем зубочисткой. Наш красивый и ароматный пирог вынимаем из духовки, даем немного остыть, затем аккуратно снимаем форму. Когда пирог полностью остынет, посыпаем его сахарной пудрой. Рецепт пирога проще не придумать, всегда получается на ура. Обалденно вкусный, воздушный и нежный пирог просто тает во рту. Персики придают сочность и аромат. Попробуйте обязательно приготовить. Приятного вам чаепития и до новых встреч!